Всероссийская олимпиада «Я профессионал» — это масштабное образовательное состязание для студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета всех российских вузов, охватывающее 73 направления подготовки от рекламы и связи с общественностью до робототехники. На протяжении 7 лет проект помогает участникам обрести полезные знакомства, пройти перспективную стажировку, найти работу мечты или продвинуться в карьере. В этом сезоне олимпиады «Я профессионал» планируется усилить сотрудничество с ведущими работодателями и кафедрами российских вузов, что позволит укрепить партнерские программы и предоставить участникам большой выбор вакансий. Студенты, которые участвуют в этом масштабном мероприятии, они получают определенные бенефиты. Это доступ к карьерному ресурсу, где они смогут получить возможность пройти стажировку в крупной компании. Также медалисты данной олимпиады получают денежные призы. Бронзовые медалисты 100 тысяч, серебряные 200 и золотые медалисты 300 тысяч. Ну и возможность поступить в магистратуру. С начала регистрации на направление рекламы и связи общественности Казанского федерального университета поступило свыше 4000 заявок из 82 субъектов страны. Уже сейчас у студентов, участвующих в олимпиаде, есть доступ к демо-версии заданий, так что они могут начать готовиться к испытаниям заранее. Отборочный этап пройдет в онлайн-формате с 17 ноября по 3 декабря. Он предполагает текстовую форму, где основой является понимание рекламных и пиар-процессов и осуществление практической деятельности. Я надеялась, по крайней мере, на то, что буду призером, но, конечно, не ожидала, что стану медалистом, потому что задания были очень трудные. Поэтому, конечно, нужны дополнительные знания, широкий кругозор, ну и прорешать обязательно демонстрационный вариант олимпиады, но и ожидать, что задания на самом очном туре будут труднее, чем на демонстрационном. Победа в олимпиаде стала началом моих достижений в этом году. Я после выиграл грант, выиграл на студенческом форуме. Сейчас я работаю в крупнейшей SMM-компании в Татарстане. Вот. А в дальнейшем, я сейчас 4-й курс бакалавра, и поступать я буду в магистратуру тоже по направлению. Вот. И понятно, что олимпиада даст мне, так скажем, привилегии при поступлении. Уникальность олимпиады в том, что участники пройдут полный цикл карьерного сопровождения. Такое взаимодействие не только позволит получить доступ к уникальным вакансиям, но и поможет выстроить траекторию, способную обеспечить повышение профессионального мастерства участников. Кристина Отёкина, Александр Кузнецов, Универ Новости.